Мальчишки и девчонки, дорогие мои золотые, всем добрый вечер. На улице стоит очень жаркая погода. И я хочу вам показать один салат, который вас спасет в это время года. Без заморочек, вкусный, сытный, легкий салатик. Картошку я отварила. Чуть-чуть воду, конечно, подсолила, и теперь она у меня остывает. Что я сделала еще? Это я делаю заранее, огурцы. Я натерла на терке, очень тоненькие дольки получились. Конечно же, перемешала с солью и добавила петрушку. Ставлю это в холодильник и нежно потрясываю. И снова ставлю в холодильник. Огурчики дали сок. И это очень хорошо. Что я сделала еще? Это оранжевая паприка. Точно так же я ее натерла на терке, и это тоненькие-тоненькие долечки. Следующее действие, мои хорошие. Сейчас я картошку порежу и все перемешаю. Ну что ж, перемешиваем и добавляем оливковое масло. Картофельный салат готов. Огурцы и паприка придают свежесть салату. Очень вкусный, поверьте на слово. А лучше проверьте на деле. Хорошие мои, в основе салата, конечно, лежит картошка. А добавлять вы можете любые овощи, которые вам нравятся, которые любит ваша семья. Это можно добавить и капусту, и морковку, и редиску, и зеленый лук. Все, что вкусно. А заправлять вы можете любым маслом. К этому салату, конечно, подойдет и мясо, и рыба. Готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита. Я вас обнимаю. Спасибо огромное за внимание. Чус. Пока.